Публикация 18 марта 2022 года от Донфильм на портале Яндекс.Дзен. Русский смысловой кинематограф. Кинематограф является мощным стратегическим инструментом формирования общества. Воздействует на сознание, подсознание и надсознание человека. Используя весь арсенал звуковых и визуальных методов воздействия через символы, знаки и образы. За пределами смысла. На них все внизу держится. Смыслы невидимы, а вот зримо они проявляются через символы. Символы производят знаки. Знаки крутятся, вертятся, проникают в сердца, выполняют свою работу и рождают в человеках образы. Образы мелькают вспышками. Плетут мысли, выходят наружу в виде слов, создавая информационные поля. Именно посредством кинематографа происходит моделирование поведения человека, его образа жизни и направления движения общества в целом. Какой образ жизни формирует существующий кинематограф? В каком направлении мы движемся? Уверен? Знаешь, куда идешь? Но указатель все. Вот уж и прут по указателям, не зная дорог. Не задумываясь, кто поставил указатели, зачем поставил и куда они приведут. И ты ж не все. Российский кинематограф находится в упадке и действует в интересах противника. Работает на деградацию общества, на формирование потребительской модели жизни, на оглупление масс. А почему колония одни руины? А у них все так. В головах руины, в сердцах руины. И снаружи одни сплошные руины. Никто ничего не строит, только проедают то, что построено до них. Главное, что всех эта разруха устраивает. Лишь бы стабильно. Как бы что ни вышло. Вот девиз эпохи вырождения. Но свойства любого инструмента зависят от того, в чьих он руках. В правильных руках кинематограф может быть инструментом отрезвления сознания. Формирование такой модели грядущего, каким мы хотим его видеть, процветающим и справедливым. Они все поймут и начнут жить достойно. Все вокруг расцветет. Представь, все заботятся, берегут друг друга. Миллиарды творческих людей, никто никому не завидует, никто никого не проклинает, только творчество и созидание. Киностудия «Донфильм» – это не просто кинематографическое предприятие, где самобытность заменяет подражательство. Непредсказуемость штампы, осмысленность вместо бестолковости, созидание вместо разрушения. Что? Ты кто такой? Профессор, академик? Да играйте! Ученый степень есть? Все? Ничего нема? Добро пожаловать отсюда! Киностудия «Донфильм» — это не только место создания фильмов различных жанров, художественных, образовательных, документальных, игровых и мультипликационных. Киностудия «Донфильм» – это территория обретения смыслов, это ось Юлы, которая раскручивает вокруг себя пространство, создавая новую реальность. Совместное бытие, общинное устройство, артельный принцип производства, круговая порука, за вину одного отвечают все, но и все разделяют успех каждого. Не лживое наше и уродливое мое, но гармоничное свое. «Донфильм» – это проект, в котором есть место артелям и мастерским, здравницам и экопоселениям, своим школам и своим обретателям из. Ну и на самом верху – изобретатели. Они ничему не учат. Они заняты обретением из. Это проект, в котором опыт прошлых поколений согласуется с самыми передовыми технологиями. Наша задача проста и безумно трудна одновременно – преподать урок собственным приобретаемым опытом. Не надо никого убеждать, уговаривать. Делаем свое дело. Остальное устроит канцелярия. Покажем образец, как вообще все может быть. Запустим символы, все само сдвинется. Рычаг. Момент силы. Наша задача не только спроектировать справедливое будущее, но и показать пути и этапы его реализации.
Их задача – преподать урок. Преподать. Обрисовать беду до того, как ты столкнешься с ней. Донфильм – это не коммерческий проект. Не рупор чьей-то пропаганды. Не авангард борьбы с системой. И не завет на баррикады. Донфильм – проект, где каждый участник горит желанием не взять, а добавить. Отведай нашего живительного абрикосового пирога. Донфильм – это желание создать новое справедливое общество. И именно это желание объединяет людей и делает их своими. Ты это увидишь своих, кланяйся нашим. Новые обстоятельства открывают новые возможности. Благодаря тому, что появилась большая вероятность некоторых ограничений на территории России, мы открыли для себя широкий диапазон возможностей платформы Яндекс.Дзен. ВКонтакте мы точно не оставим, но много интересного можно будет узнать именно на Дзен-канале Донфильм. Я буду играть за медведем? Ну, надеюсь, если не соблазнят иные. За последние партии медведь растерял все, что можно. За стол садить некого, не то что сражаться. Кругом одни менеджеры да аналитики.